Умеешь себяшку снимать? А-а. Вот так вот. Всем привет. Давай порепетируем. И покажи бутылку. Заново? Да, давай заново. Water. Battle Flip Challenge. Скажи, а это мой дедушка. Все, у нас импровизация будет. Во, видишь, все снимает, все нормально. Да, давай. Сядики ворк, скажешь. Всем привет, меня зовут Данила. И сегодня мы будем снимать Water Battle Flip Challenge. Я вызываю Микаэла с Таней на эту игру. Сейчас пойду их искать. Микаэла искать. Ой, тапочку пойду. О, здорово. Привет. Ты кто? Данила. Данила? Данила? Наш... Нам прокрались. Наш подписчик. Подписчики уже атаковали нас. Прям. Как дела, Дань? Нормально. Ты с какой-то целью пришел? Да. Намерение есть у тебя? Вызвать вас на Water Battle Flip Challenge. Как? Слышал что-то? Water Battle Flip Challenge. Water Battle Flip Challenge. Таня уже совсем старая стала. Water Battle Flip Challenge. Расскажи вкратце, что это такое? Это надо кинуть бутылку, чтобы она встала на дно. Или на крышку. Или на крышку. А кто побеждает, тот получает все? Не знаю. Блин, на щелбаны с тобой играть жестко. Даня, на самом деле, не случайный человек в нашей комнате и в этом доме. Даня, а ты, кстати, давно нас смотришь? Нет, 2 недели назад. Вот, 2 недели это уже срок. У нас канал, ты еще полгода нет или есть? Есть уже скоро. Все, вот сегодня посмотрел, открыл 14 тысяч подписчиков. И когда будет 15 тысяч подписчиков, мы, скорее всего, что-то разыграем. Конкурс устроим, да? Да, конкурс. Будешь и это будет праздник. Понимать? Отлично. В прошлом конкурсе видел, мы дарили самокат, а я позапрошлый еще скейтборд. А в этот раз тоже что-нибудь придумаем. Да, ну что-то поинтереснее самокат и скейтборд. Поездку к нам на дачу. Так что ты уже победил, все, а ты не участвуешь. Надо второй коврик дать. Ты можешь нас поснимать. Я тебе говорю, дать второй коврик? Не надо второй коврик. Без коврика даже будет эпичнее, мне кажется, да? Не, с ковриком, чтобы не шуметь. Суефа, знаешь? Суефа. Делаю, кстати, это впервые в жизни. Ты ничего не сняла, да? Блин, смотри. Так, ты мне свою очередь кидаешь. Вот он скоро умрет. Блин. Все у него идет. О! Блин! 3! Ничего себе! О! 1! Есть! На 1,5. Это класс бывший. Мне 13? 12. Кто пришел? Ой. Маечка, ну заходи на как. Вот так! 13. 13, 14. Ура! Так, давайте-ка на камеру шалбаны давать. Меня не поймать. Неуловимый миг. Да не надо через меня, я же не вырасту. Ладно, все, я готов. Куда мне приготовиться? А, ну давай. Наклоняемся. А что это должен наклоняться? Это так, давайте проблемы. Видно было. О, вообще не щелбан. Никогда не играйте с четвероклассниками на щелбаны. Они вам леща отвешат вместо щелбана. Запомните этого человека. Смотри, тебя найдут и отомстят. Отомстите за меня, ребята. Дайте ему. Ладно, дайте ему конфетку здесь. 16. Даня мне победил Water Battle Flip Challenge. Но сейчас я сделаю Даню в Mortal Kombat. Это что, не купишь? Что, не купишь? Ну как ты кто кого? Ты же играть не умеешь. Да ищи. А я умею. Загнать. Я на него как смотрю, у него тайные глаза. Я раньше думала, что Даня, а то... Какой-то ты, ну, противник. Мы с ней очень похожи, да? Мама отмечает свой день рождения.
стереотипе. У нас гости. Вот Даня оказался в гостях. Такое животное, я просто балую. И мы где-то далеко, где-то над землей, где-то высоко, 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 высоко над небом, там, где другая галактика. Оно сияет в глазах твоих. Прекрасное созвездие ангела, ангела, ангела. Надо поймать тачку. Здравствуйте. Черный брат, довези нас до дома. 200. Ну, за твою колымагу 200? Ты что, офигел? Слушай, мы колымагу сейчас вообще пешком пойти. Да я готов пешком пойти. Ладно, ладно, дам тебе еще полтосик на чай. Новый год подарите. Что подаришь? Диор, Саваш. Да охренеть как. О, как светло. Вот, я буду в такт. Дискотека. Мы дома. Только что зашли. Мне ровно там налетишь. Угол положил. У нас есть, и у нас есть колбасал. Положу. Колбасал. Чё? Нет, я на тебя угол не клал. Вообще на тебя ничего не клал. Чё ты прикрываешь свой прыщ? Ужасно. Ужасно. Стой ко мне, вот, пожалуйста, левой стороны. Беременным. Я посмотрел на тебя. Я тоже посмотрел на себя. Берет бабки за это тоже. Не знаю, посмотрю. Друзья, меня с легким паром. Только что вышел из душа. А как известно, в душе и в душе рождаются все самые интересные мысли. И последнее время... Сейчас я уйду в темноту. Нет, не сейчас. И в последнее время, особенно после того, как мы примерно чуть больше недели пожили с Татьяной Геннадьевной у родителей на даче, у нас все более и более закрадываются мысли о том, чтобы иметь жилье в виде собственного дома. Танюш? Ты просто так смешно уткнулась в подушку. Так вот, у нас приходят мысли, и эти мысли с зачатием ребенка, так скажем, они становятся все более материально. В плане, мы к этой идее склонились практически и уже всерьез подумываем о том, чтобы... купить землю, построить дом и посадить дерево. Да, но чтобы купить землю, нужно что-то продать. Чтобы что-то купить, нужно что-то продать. Монополию. Да, в данном случае мы, возможно, продадим вот эту нашу квартиру, купим действительно землю, может быть, на какое-то время опять переедем к родителям пожить, но уже с тем местом, что в это время уже будет строиться наш собственный дом. Ну, посмотрим, до этого всего еще так надо дожить, но еще надо и ребенка родить. Сейчас ребенка родим, дерево посадим. В каком порядке нужно делать? Дерево сначала посадить. Дерево, родить ребенка? Не знаю. Строить дом? Что так? Короче, надо, да, это все сделать. Вот, мы сейчас ложимся спать, а завтра мы едем в поликлинику. Таня будет сдавать кучу анализов. А я буду... Не знаю, книжку возьму себе. Если бы можно было бы взять с собой PlayStation, я бы взял PlayStation. Если бы можно было взять у меня с собой кровать, я бы взяла с собой кровать. Раскладушечку возьмем. Да, я бы спала бы там. Ну ладно, вам спокойной ночи. Следующее будет включение утром, рано утром мы выезжаем на дачу. Какая дача? Ой, на дачу, в поликлинику. Все уже, шарики за ролики, ничего не соображаем. Давайте. До следующего момента. Вот он будет прямо сейчас. Ну вот, собственно, и утречка. В
8 утра, воскресенье. Все, что нужно для полного счастья. Встать пораньше и насладиться морозным свежим воздухом. Сейчас я иду за машиной. Мы заезжаем за Танюхой и едем в поликлинику на обследование. Вообще тут пипец. Я знаю. Я даже не это. Зубной это как прошел? Карис у меня. Ну я так и знал. Видно же по тебе. В смысле, по мне? Скучный блок будет. Конечно. Столько тебя снимать. Со скуки можно помереть. Достал. Ну снимай себя. Я не выспался. Я с утра себя снимал. Ты тоже скучно. Куда ты идешь? Глаза проверять. Что, их два? Что третий не вырос. Знаете, тебе надо привязать колбу камеру. Чем? Было бы чем, я привязал. Всегда у тебя была включена. Вдруг какой момент? Не успеем заснять. В заключении анализа показало, что мы должны съездить еще в одну клинику, чтобы Таня посмотрели ее моргало. И чтобы скоротать время, мы пока походим по торговому центру. И говорят, в этом торговом центре есть большой аквариум. Здесь я отдаю приказы. Это я отдаю приказы. Круто надо. Тебе не идет. Ну, зай, потому что мне тоже кости. Не идет. Мы уже успели пообедать, сходить по магазинам. По магазинам полезным. Мы купили себе аромамасла. И аромапалочки. И аромакнижки. Аромакнижки. Да, я купил себе, ну-ка, подержи. Будем показывать, что кто чего купил. Кто чем увлекается. Так, Таня у нас будет читать книжку «Мечтай как женщина, побеждай как мужчина». Ну а я, в свою очередь, рискнул и взял «Гарри Поттера» в оригинале. Попробуем осилить. «Гарри Поттер» — это уже более такая версия, когда ты уже прочитал книжку. Ну да, я вот еще такие штучки взяли, вот сюда наливается масло, сюда ставится свечка. И получается очень вкусно пахнет. Пойдем вниз, сюда. Вот сейчас мы поедем к еще одному доктору, а потом поедем уже на дачу. Я думаю, что все нормально. Я думаю, что пока что, друзья, вы с нами, мы будем с вами. Нас уже, смотри, в среднем 1003 смотрит. Это неплохой показатель, я думаю. На ролик. Мне хочется поактивничать, что-то активное сделать, а... В связи с тем, что беременна, меня это останавливает. Да, Таня большую часть времени ходит в усталости и спит. Здесь особо не поактивничаешь. У
хочется куда-то выезжать и снимать что-то интересное, а я даже выехать никуда не могу. Микаэл без меня тоже никуда не хочет. Да? Хочешь? Так я что ты так смотришь? Да не хочу никуда. А что ты так улыбаешься? Мы хотим быть такими, какие мы есть. Вот. Скучными? Да. Давай снимать просто, как мы вот так лежим, смотрим телек. Хотим быть скучными и неинтересными. Да. Это самый скучный блог на канале Пока Душ. И такие. Ну вот сегодня такое настроение. Не хочу я все эти... О, пани сложа. Наигранности, они ни к чему не нужны, мне кажется. Нужно быть естественным, натуральным. Все блогеры на Ютубе говорят, будьте просто самими собой. И успех в том, что если ты понравишься людям таким, какой ты есть, ну, это успех. Да. Если из себя пытаться что-то выдавливать, чего не очень особенно хочется, ну, зачем это нужно? Можно выдавлю. Я тебе... Ночью выдули. Ладно, друзья. Улыбочку на лице надо все-таки принять, чтобы сказать вам спасибо, что смотрите нас, спасибо, что вы с нами, спасибо, что ставите свои лайки, оставляете комментарии, пишите побольше. Но мы все читаем. Берем заметку. Всем пока, всем добра. Таня никогда не скажет со мной рядом ничего вместе. Давай сейчас. Всем пока, всем добра. Что? Ладно. Давай еще раз. Давай. Всем пока, всем добра.